Я представляю свой идеальный дом двухэтажный, беленький, с черной крышей, с бассейном, кинотеатром. Трехэтажный, потому что там можно ходить по разным комнатам, смотреть фильмы, мультики, еще можно там поиграться. Когда в нем будет уютно, все будут друг друга ценить, любить. Вот много, где там была кухня, диван, спальня и детская комната с батутом. Я хочу дом пятиэтажный. Из кирпичей. Я его представляю пентхаусом, большим, красивым. Представляю, что он большой, 17 этажей, и там все бывают хорошие люди в моем доме. И жили мы с семьей хорошей, и был у нас робот-пылесос, и бы еще была духовка, которая сама делает что-то. 5 комнат, 2 этажа. Там главное были мама и папа. Гостеприимно. Чтобы там было чисто. Я представляю свой идеальный дом на берегу реки. Он будет маленьким, не очень большим. Одноэтажным, деревянным, возле на опушке леса. Где жила бы королева? Это был бы замок, да? Да. Я представляю, чтобы он был красивый. И там было все красиво. Двухэтажный, потому что там лестничка. Можно подниматься на 2-й этаж, бегать. И на 1-м этаже, и там много места. На берегу реки. Там много комнат, чтобы там все само убиралось. Чтобы было такое беленькое, красивенькое, нежное. Красивым, очень красивым, чтобы крыша была там разноцветная и все такое.